Рудольф Алексеевич, извините, я знаю, что я опять опоздала, но... Нет. Дашенька, не извиняйтесь. Ваше сегодняшнее опоздание абсолютно оправдано. А? Вот это отрыв! Зря я в вас сомневался. Ух, как мне нравится, сколько драйва. Сколько там? 20 тысяч просмотров. Это только с утра, и это только начало. Присаживайтесь. Всем брать пример, продолжайте в том же духе. Только у меня большая просьба. Используйте свою энергию во благо журнала. Продолжаем. Инесса Григорьевна. Пожалуйста. Отражение моды 70-х в среде хипстеров. Какие еще к черту хипстеры? Это актуальное молодежное движение. Оно было актуальным до того момента, как вы о нем узнали. Не нужно копировать то, что давно сделали другие. Не хватает пороху идти в авангарде. Давайте предлагайте вечные темы, что ли. Что такое? Дарья Константиновна? Сушничок? Нет. Почему мальчики предпочитают девочек постарше? По-моему, кто-то вчера хорошо повеселился. Нет, это тема. Тема номера. Сейчас в России удручающее количество семей, где воспитанием детей занимаются исключительно мамы и бабушки. Да, и большинство мальчиков сейчас воспитываются в вот таких вот неполных семьях, если называть вещи своими именами. И мальчики вырастают и предпочитают девочек постарше. А в этом что-то есть? Это все вранье, конечно, и за уши притянуто, но провокационно. И к статье можно сделать фотосессию. Стильная возрастная модель и юноша андрогинного типа. Да делайте, только без переборов. Секс можно, но без пошлости. Обижаете, Рудольф Алексеевич. Инесса Григорьевна, я смотрю, вы завелись. А что? Тема хорошая. Сроки. Материал будет готов в ближайшее время. Привет. Слушай, прости, пожалуйста, за опоздание. Просто я телефон дома забыла. И вообще немножко потерялась во времени. Слушай, Даша, хватит врать. Я все знаю. Я звонил тебе на твой сотовый. И трубку взял какой-то юнец. Антон, послушай. Я должна тебе кое в чем признаться. Даже не заморачивайся. Забыла она его дома. Скажи прямо. Потеряла. Потеряла? Ну, конечно. Ты же не можешь признать свое разгильдяйство. Ну, ничего. Это даже к лучшему. У меня есть для тебя сюрприз. Я давно хотел тебе подарить телефон достойной такой серьезной и взрослой женщины. Оп. Нет, ну, конечно, спасибо большое. Но, к сожалению, я не могу его принять. Слушай, давай такой без пошлости, а? Нет, ну, правда, и к тому же я привыкла к своей старой трубке. Забудь про нее. Она давно у перекупщиков. Да, но там была куча нужных контактов. Погоди, погоди. Только не пытайся сейчас меня убедить в том, что ты настолько глупа, что не сделала резервную копию телефонной книги. А действительно, чего я ломаюсь? Спасибо огромное. Отличный телефон. Ты налево сходила, телефон получила. Зажигаешь, подруга. Марин, не трави душу. Мне сейчас, честное слово, не до шуток. Ой, плохо я бедный. Ну, а мальчик, ну... Отстань. Если честно, вообще ни черта не помню. Ты же знаешь, мне даже кефир пить нельзя. Да ну тебя к черту. Ну извини, пожалуйста, что разочаровала. Сейчас надо повторить, на трезвую голову. Ты с ума сошла? Не буду я ничего повторять. А кроме того, я его номер не знаю. Ты балда, у него твоя трубка. Да я свой тоже не помню. Сколько раз пыталась запомнить и без толку. Я тебе говорю, тебе надо повторить все. Для памяти, для головы, для мозгов. У меня есть твой номер, сейчас его наберем. Хорошо, я ему позвоню. Но только для того, чтобы восстановить свои контакты. Да.
смешно. Ну что? Вроде все готово. Угу. Ты готов? Да. Поехали. Только улыбаемся, ладно? Начали. Молодец. Ну что, было? Все снял? Отлично. Так, мне надо не отлично, а офигительно, понимаешь? Как по мне, так нормально. Слушай, перемотай и покажи, что ты снял. О, сестреныш. Ты что, кулинарный техникум в Англии закончил? Да, нет, это увлечение. Повар-самоучка. Класс. Вот так, зарисовка. У меня есть свой видеоблог, вот там выкладываюсь по полной. Набери в поисковике «Алекс Виртуоз». И куда же делся толстяк-ботаник, который я знала в школе? А ты как здесь оказалась? А я решила извиниться, что бросила тебя в тот вечер. Вспомнила про съемки, и вот я здесь. Да брось ты, ерунда. Не бери голову. Не буду. Можем, в принципе, еще раз встретиться. О, подожди. Извини. Да? Ну, наконец-то! А я уже думал, что этот телефон останется мне в подарок. Симпатично, конечно, но я предпочитаю без стразиков. Прости, у меня сейчас совсем нет настроения шутить. Мне правда очень нужны мои контакты. Мы можем увидеться в ближайшее время? Ну, давай часов в 9. Я тебе пришлю на этот номер адрес. Договорились. Ну, о чем мы там с тобой договаривались? Ну, не важно. Девушка, бога ради, извините, но мне нужен этот человек. Сань, один дубль. Старик, ну ты перестраховщик. Мне нужен один дубль. Я понял. Глаша, познакомься, это мой друг, будущий ресторанный магнат, а пока просто Семен. Очень приятно. Вы знаете, в таких условиях знакомиться с девушками Алекса мне нравится гораздо больше. Глаш, прости, у нас дела. Глашенька, если вдруг вам надоест этот удачливый красавчик, позвоните. В любое время. Не слушай его, а? Слушайте, девушка, слушайте. Пойдем отсюда, пикапер недоделанный. Готов к дублю? Кажется, у него кто-то есть. Удивительно. Внешне симпатичного парня с английским образованием есть девушка. Это просто в голове не укладывается. Хватит, я серьезно. Петрович, а помоги мне его отбить. В смысле? Ну, в прямом смысле. Отбить, завоевать как хочешь. Ты же парень, ты же должен знать, что там на вас действует, что нет. Так, давай по порядку. У тебя сейчас в голове одни феромоны, поэтому буду говорить помедленнее. Саша тебе не подходит. Я сама как-нибудь решу, а ты поможешь или нет? Да я и помогаю тебе, я давно знаю и тебя, и твои убеждения. Ну слушай, Саша это типичный представитель больного общества, вы с ним идеологически несовместимы. Я думаю, каким-то разберемся, с кем мы идеологически совместимы, а кто мне просто жужжит на ухо и не хочет помочь боевой подруге. А боевой подруге не стоит помогать, ее стоит спасать, когда за нее действуют, значит, инстинкты эти животные, а не мозги. Ну ты влюбишься, смотри, ты влюбишься, потом ты возненавидишь себя за это. А я, как всегда, окажусь виноватым, потому что ты поступишься при этом своими принципами. Почему я должна поступиться своими принципами? Я Сашку знаю как облупленного, и он совсем не такой, как кажется на первый взгляд. Давай доверимся фактам. Проверим твоего принца на прочность. И если я ошибаюсь, я лично отобью у него всех самых, чтобы он достался тебе. Да ладно, всех? Ну? Надеюсь, я об этом не пожалею.
Но я приехала по твоим координатам. Только тебя я не вижу. Только учти, у меня дома знают, куда я поехала и с кем я встречаюсь. Не переживай, тебе ничего не угрожает. Это очень хорошо. А теперь верни мне, пожалуйста, мой телефон. Нет, так дело не пойдет. Судя по твоему бегству тем утром, продолжать наше знакомство ты не намерена. Поэтому я верну тебе телефон только после нормального свидания. Я обязательно с тобой встречусь, как только у меня появится время. А теперь, пожалуйста, верни мне мой телефон. По-моему, ты и сейчас никуда не торопишься. А действительно, почему бы и нет? Тихо. А ну отдай телефон, тихо, зараза! Чёрт, не жульничать. Слушай, что тебе надо? Ты уже один раз воспользовался ситуацией. Тебе так, мало? Стоп. Никто никакой ситуации не воспользовался. Это не в моих принципах. Ну, извини, что я отвез тебя к своему другу, но твоего адреса я не знал. Я очень рада, что ты такой принципиальный. Верни телефон. Я прошу тебя об одном свидании. Полчаса, и ты свободна. Вместе с телефоном. Ладно, если только полчаса. А это что такое? Мы так не договаривались. Необходимые условия. Полчаса. Черти что. Аккуратней, ступеньки. Тихонечко. Вроде взрослая женщина, а вечно вляпываюсь во что-нибудь. Может, это карма? Так. Стоп. Добро пожаловать в мой ресторанчик. Ого. Везет мне последнее время на рестораторов. Попрошу не обобщать. В нашем ресторане гостей не просто кормят, а делают их счастливее. Прошу. Тут я смотрю столько счастливых лиц вокруг. Вот именно. Вон, посмотри. Видишь, брюнетка? Она сообщает своему мужу, что беременна. Это их первенец. Кстати, они еще не знают, что в придачу идет сестренка. А, вон, смотри. Старичок делает предложение бабушке. Это у них традиция на каждую годовщину. Уже 50 лет. Ну а что вот это за пьяная компашка в углу? А, дебоширы, да. Шальные ребята. У них друг только что получил Нобелевскую премию. А почему эта толстушка такая грустная? Наверное, ее прокатили со свиданием? Ей скоро очень повезет. Она познакомится с Нобелевским лауреатом, и они полюбят друг друга на всю жизнь. Ну, хорошо. С посетителями мы разобрались. А как же быть с официантами и поварами? К сожалению, наше заведение настолько бюджетно, что роль официанта и повара придется выполнять мне. А вы уверены, что справитесь за полчаса? Ну, если быть точнее, то уже за 20 минут. Чего, впрочем, вполне достаточно. Так что давайте усложним задачу. Не изволите ли, так сказать, взять реванш? Ого! Впечатлил!
Браво, ты настоящий кулинарный талант. Какой-то повар-ниндзя. Ну, про талант мне, конечно, говорили. А вот ниндзей называют впервые. Я так себе и представила. Древний храм, где юных поварят держат, пока они не выучат все секреты мастерства. Слава богу, секреты своего мастерства я придумал сам. Впрочем, как и рецепт этого блюда. Ну что, можно пробовать? Пожалуйста. Вкусно? Нет, ну правда, очень вкусно. Ты что туда добавил? Не скажу. Нет, скажи, ну хотя бы намекни. Это секретная информация. Ты же не хочешь провести остаток дней в заброшенном древнем храме? Слушай, если там будут так кормить, я готова. Прошу. Спасибо. Ну что ж, ты с честью выдержала испытание, и теперь получаешь главный приз. Ты представляешь, я про него даже забыла. Ну, когда мы встретимся в следующий раз? Сашка, слушай, спасибо тебе огромное за чудесный вечер, но я не думаю, что нам стоит продолжать. Кроме того, и так получилось больше, чем полчаса. Секундочку. Сейчас отмотаю время назад. И я как будто бы не слышал твоего ответа. Я повторю его снова. Стоп. Еще чуть назад. И вопроса тоже не было. Ты просто имею в виду, что я тебе в контакты записал свой телефончик. Вдруг понадобится повар-ниндзя. Прощай, Саша. До встречи. Да-да? А, сестреныш, привет. Нет, не разбудила. Завтра? Абсолютно свободен. Спасибо, что приехал. Доброе дело делаем. Да ерунда. Это как поход по магазинам. Столько всего интересного. Я же говорила. Сашка наш человек. Давай не будем делать скоропалительных выводов. Пока только ясно, что он по магазину любит ходить. Ах так! Так, хватит! Хватит! Уже? Да. Я только вошел во вкус. Заметил. Энтузиастом оставил. У нас еще на сегодня дела есть. Ну, хватит! Все, все. Дамы и господа, не проходите мимо. Только сегодня у вас есть уникальная спасибо. Возможность спасти мир и улучшить собственную спасибо. Карму. Посмотрите, посмотрите на этих чудных животных. Эти листовки да, прекрасно будут смотреться и дома, и в офисе. А очень будет классно смотреться в детской. Они улучшают карму. Так, заряжены на добро, обогащение и хорошие оценки. Когда станете богатым, не забудьте перевести немножко средств в фонд защиты природы. Пожалуйста. Пушных зверей, значит, спасаем. А сколько деревьев порубить пришлось, чтобы эти листовки распечатать? Одно, значит, лечим, другое калечим, да? Ни в коем случае. Напечатано с помощью экологически чистых, новейших нанотехнологий. Ни одно дерево не пострадало. Правда? Ну, дайте тогда мне стопочку. Возьмите. Спасибо. Всего доброго. Друзья! Друзья! А ты заметил, что ему уже целый день никто не звонит? Может быть, я все надумала и просто дура, и никого нет?
Ну, с этим сложно поспорить. Ну, или просто они уже расстались. Ну, я бы не стал на твоем месте обольщаться. Может, у нее просто дела. Мы с тобой тоже можем 2-3 дня не созваниваться. И ничего. Ну, я об этом же и говорю. Нет отношений, нет звонков. Так, друзья. Ну, что у нас дальше на повестке дня? Дадим кровь, посмотрим пару брошенных младенцев. Нет, все намного интереснее. Да? Угадай. Угу. Ну, будем вешать скворечник. А? Сейчас принесу. Завидую вам белой завистью. Да, с чего бы. Ну, столько общих интересов. Идеальные отношения, что говорить. Ну, да, у нас отличное взаимопонимание. Ты знаешь, мы просто на людях не хотим афишировать отношения. Плохо получается. Я же вижу, как Глашка на тебя смотрит. Да, такие чувства фиг скроешь. Ага. Слушай, а тебя можно попросить об одолжении? Валяй. У нас тут планируется романтический междусобойчик. Мы уже 2 недели не виделись как-то наедине. Родители на дачу уехали. Понимаю. Глашка тебе сама же не скажет. Да ладно, старик. Отсвечивать не буду. А вот и я. Готова вешать скворечник? Слушай, сестреныш, у меня тут срочные дела нарисовались. Так что вы повеселитесь без меня. А как же скворечник? Ты точно уверен, что времени нету? Ну, только не делай вид, что ты слишком расстроена. Ладно, отлично провели время. Надо будет как-нибудь повторить. Давай. А что это он так? Да ты знаешь, ему кто-то позвонил. Я могу ошибаться, но голос был женский. Это я, дура, спугнула его этой проверкой. Знаешь, если его спугнули наше мероприятие, то вы просто взаимно несовместимы. Да плевать я хотела на эти мероприятия дурацкие. Митинги, акции. Мне Саша сейчас важнее. Да, важнее защиты окружающей среды. Ты знаешь, что твой Саша тоже является ее частью? Это не смешно. Это не шутка. Знаешь что, бери и вешай сам свой скворечник. Главное, что это была твоя идея. Ты чего? Что, запах не нравится? Ну, потерпи немножко, я потом проветрю. Даш, я сейчас ставлю себя в очень уязвимое положение, так что надеюсь на твою тактичность. Зря надеешься. Откуда тактичность у прожженной мясоедки и подлой потребительницы? Вот именно об этом я и говорю. Еще один такой комментарий, и разговор будет закончен. Ну, прости, прости, пожалуйста, я тебя слушаю. Никаких подколов по поводу моего феминизма. Клянусь, тебе испытана животных косметика. Дашка, это сейчас нифига не смешно. Прости, пожалуйста, я не думала, что будет так трудно. Давай лучше вообще помолчу. Да, так будет лучше. В общем, есть парень, и он не воспринимает меня как сексуальный объект. Нет, у него с этим в плане все в порядке, тут дело во мне. Я оказалась заложницей своих феминистических принципов. Я сейчас говорю именно то, что ты слышишь. И спасибо, что сдерживаешься. Я вижу, как тебе сложно. В общем, мне нужна твоя помощь. Научи меня эксплуатировать свою внешность. Можешь говорить. Так. Проблема понятна. Первое, что я хочу тебе сказать. Я тебе очень благодарна за твою откровенность и за то, что ты пришла за советом именно ко мне. Не за что. А второе, я тебе помогу. Но есть одно условие. Ты исполняешь все мои инструкции. Точно, без загонов и отсебятины. Даже если придется вывернуть тебя наизнанку. А не нравится? До свидания. Я надеюсь, я об этом не пожалею. Жесть. Хочется круг очертить и молитвы читать. Так, не ерничай. Решила продавать душу, так делай это с достоинством. Скажи, пожалуйста, что это экологически чистая дрянь? Как слеза младенца, только с растворителем и нитроцеллюлозой. Вот это. Еще обязательно вот это смотри.
Это натуральная кожа. Так, мы о чем договаривались? Да, но ее сорвали с маленького животного. Дорогая, ты ему уже ничем не поможешь. Но если ты это наденешь, значит, его смерть была хотя бы не напрасной. Ай! Так, не дергайся. А! Слушай, это обязательно все терпеть ради каких-то всего лишь упырей? Упыри здесь абсолютно ни при чем. Мы все это делаем только ради себя, любимых. Подфартила тебе с фигуркой, сестренка. Никаких недостатков, даже нечего скрывать. Не, ну честное слово, даже неинтересно. Померяй-ка еще вот это. А можно я сразу это надену? Ну как? Средненько. Снимай эту никчемную тряпку и надевай вот это. Ну вот, теперь это можно выпускать в люди. Фиг знает. Я как-то себя не очень комфортно чувствую. Ничего страшного, привыкнешь. Ну-ка, пройдись. Ну ты даешь. Ты где видела, чтобы нормальные бабы так задницами крутили? Ну эффектно же. Не, ну смотря для кого. Я дам полусвет, может быть и эффектно. Послушай, ты же мальчишку своего не просто в кровать затащить хочешь. Это нетрудно. Если бы. Нетрудно, нетрудно, поверь мне. А вот удержать гораздо сложнее. И вот тут-то, дорогая моя, и появляется разница между настоящей женщиной и ночной бабочкой. И в чем она? Потом поймешь. А пока просто пройдись по улицам. Насладись кайфом от нового образа. И ты увидишь, что мужское внимание – это не удивительное явление, а скорее надоедливый побочный эффект. Меня точно не засмеют. Не засмеют, не волнуйся. Даша, пойдем со мной. Ну ты с ума сошла? А мальчишку твоего мы тоже вместе охмурять будем? Так, сестра, соберись. Все будет хорошо. А вот это вот тебе. Все, что подошло на примерке. Это все мне? Держи, держи. Считай, что это мой подарок. Спасибо большое. На здоровье. А теперь иди и побеждай. Я и не знал, что все настолько запущено. Больше нечего сказать? Да есть, боюсь обидеть. А ты не бойся. Мне все равно твое мнение фиолетовое. Фиолетовое с этой сумочкой не сочетается. Смешно. Это шутка такая. Ага. Я серьезно, Глаш, тебе не кажется, что ради минутного увлечения ты предаешь все, во что верил? Давай-ка поменьше пафоса. Ты сейчас не на митинге. Да, раскрас боевой. Больше похоже на панель. Петь! Петь, прости меня! Ну и пошел ты! Меня от твоего света просто трясет. Ну, надо же поменять, темно как. Ну, сюда люди поесть приходят. Чем ты думал? Не знаю, не знаю. Мне нравится. Главное, экономно. Мой тебе совет, сними ты это убожество. Антон Валерьевич, к вам пришли молодые люди, могу их пригласить? На предмет оружия взрывчатки проверили? Конечно. Смотри, а то уволю. Это ко мне пусть подойдут. Хорошо. Вы можете пройти. Добрый день. Приятного аппетита. Здрасте. Присаживайтесь. Это Александр, мой партнер. Он является в проекте... Так, парни, у вас 5 минут на суть дела, поэтому давайте без лишних слов. Хорошо, суть дела. Новая сеть ресторанов, в которых вся кухня происходит на глазах у клиента. То есть клиент получает не только пищевое, но и эстетическое удовольствие. Игнат, это что ж получается? Ты решил конкурентов пригреть? Да еще и на моей территории? Ну, так не забывай, это и моя территория. Просто покажу ролик. Извините, тут небольшая техническая заминка. Так, стоп, Варня, какая заминка? Ну, подождите, я найду розетку и через 2 минуты. Подожди, ну раньше надо было думать. Ну, послушайте. Ресторанный бизнес, он неряшливости не терпит. Вот хороший пример организации. Я
в свое время ни на секунду не пожалел, что вложился в этот ресторан. А вы свою возможность упустили. Второго шанса я не даю. Оксаночка, проводи, пожалуйста, ребят к выходу. Подождите. Да, конечно. Организация – это прекрасно. Но ведь и подача тоже имеет значение. Еда – это как секс. Вот домохозяйка в бигуди и старом халате. Вы к ней даже не притронулись. Оксана, позови охрану. Так, стоп, погоди. А теперь это топ-модель в кружевном белье. А ты же, Алекс, интернетный повар. Кто-то физиономия показалась знакомой. Видел твой видеоблог? Впечатляет. Спасибо. А теперь он лицо и шеф-повар новой сети ресторанов. Гляди, какая конкуренция уползает. Не хочешь его к себе взять, пока не поздно? Я бы с удовольствием. Только в моем бизнесе все места уже заняты. Правда, красотка? Девка какая красивая оказалась, а? Давай с моим пупсом познакомим. Так, нет, дорогая. Нам бесквартирные зятья не нужны. Я вон все мечтаю, чтобы Глашка себе мужика жилплощадью нашла. А ты хочешь, чтобы она еще твоего пупса ко мне домой привела? Ладно, обойдемся, нужны вы очень. Тем более вы в комплекцию с гулящим папашей идете. Ой, да ладно тебе. Ты на папаню-то особо не наговаривай. Ну да, было у мужика помутнение рассудка. Кризис среднего возраста. Убежал к этой идиотке. А потом она сбежала от него и Глашку бросила. Устроили они, конечно, ребенку счастливое детство. Кошмар. Ты думаешь, она от хорошей жизни с этими митингами чудо ничего? Да отстаньте вы от нее с этими митингами, подумаешь. У кого какое в детстве хобби было? Я вам макраме плела, у меня вся квартира была замотана. Что там издательство? Да до малышковой темы еще не скатились. Сплю. Я едва-едва подход к подростковой аудитории нашла. Вот, ты понимаешь, ничего не делается просто так. Ну, не случайно с этим парнем познакомилась. Приласкала бы, попользовалась, в конце концов. Да ну тебя. Что, он собачка попользовался? О себе думай. Они о себе подумают. Саня, по поводу твоей доли я не шутил. Погоди, мы же договаривались только об участии в ролике. А теперь ты шеф-повар ресторанной сети «Алекс Виртуоз». Братишка, мы же с тобой горы свернем. И на месте каждой из этих гор будет надпись «Алекс, Алекс, Алекс, Алекс». Повар-самоучка несуществующего ресторана. Пока! Пока несуществующего, но потом, когда мы возьмем кредит, будут деньги, деньги, деньги. Ты в курсе, что я пристроен в прекрасную английскую уже существующую конторку? Бухгалтером. Это так круто. Старик, дай подумать. Думай. Ты представляешь, эти сопляки выставили меня полным идиотом в глазах Игната. В моем собственном ресторане. Нормально? Да, неприятно. Ты меня вообще слушаешь? Антон, прости. У меня сегодня тоже был тяжелый день. Ясно. Ладно, проехали. Кстати, как тебе новый телефон? Телефон? Телефон супер. Спасибо большое. Я удивился, что ты ни разу не спросила, как им пользоваться. Неужели сама разобралась? Ты знаешь, телефон настолько хорош, что управление им понятно на интуитивном уровне. Даже такая идиотка, как я, разобралась. А я знал, что тебе выбрать. Слушай, Антон, ты меня, конечно, извини, но я сегодня неважно себя чувствую. Не понял. Мне кажется, мне лучше лечь спать пораньше. Прекрасно. Ты не могла мне об этом раньше сказать, пока я не поставил машину на платную стоянку? Ну, прости, пожалуйста, что не позаботился о твоем комфорте. Ладно. Пойду, а то мама обижается, что редко появляется сидеть. Слушай, что-то ты совсем раскис, а? Это из-за этой престарелой косочки, которая тебя кинула? Ну, так ничего. Будет на твоей улице праздник, слышишь, Сань? Будет праздник, я тебе обещаю. Сам, отстань. А вот и праздник. Какой праздник? Сиди, молчи. Сема, а? Ты что придумал? Проходи. Та-дам!
Глаша. Привет. Привет. Глаш, прости, посиди минутку, мне надо с Сёмой поговорить. Глашенька, позвольте, я за вами поухаживаю. Располагайтесь. Сём, пойдем поговорим, а? Конечно. Я охренел, а? Я Глашу со школы знаю, она мне как младшая сестренка. Вообще-то, если ты не заметил, девочка за это время успела подрасти. Ты что творишь? У нее парень есть. Вообще-то, она пришла сюда сама, ее никто сюда не тащил, понимаешь? Я для тебя стараюсь. Ты последнее время ходишь, как в воду опущенный. Посмотри, какая девочка. Ладненько, отдохни, развейся, дурак. Может, забудешь про свою старую Мегеру. Без твоих стараний обойдусь. Попробуй. Глашенька, извините, но мне нужно идти. Саша с вами побудет. Ты... Прости. За эту нелепую ситуацию. Он, правда, из самых лучших побуждений. Ну, и своих извращенных фантазий. Ничего не имею против извращенных фантазий. А как же Петя? Петрович? Угу. Это просто боевой товарищ. Я такая дура раньше была. Столько всего не понимала. Про тебя. Про нас. Кажется, теперь я ничего не понимаю. А тебе не нужно? Я буду понимать за нас обоих. Глаш, нам правда не стоит. А помнишь, мы раньше учили в школе. И тогда я больше всего хотела, чтобы ты был моим братом. Это была моя самая основная мечта. А теперь у меня совсем другие мечты. Глаш. Я же говорю, я хочу больше. У тебя телефон звонит. Возьмешь? Привет, говорит автоответчик. А это значит, я не могу подойти к телефону. Если это Дашка, ты должна понимать, почему. Боже, прости, но это правда. Правда, было бы ошибка. Что, знаем, пока не попробуем. Глаш, только не заводись опять. Я правда не хочу терять такого хорошего друга, как ты. Я всегда считал тебя младшей сестренкой. Сестренка, значит? А? Какая же я дура. Хочешь чайку попьем, а? Давай я чай сделаю. Тебе это... успокоиться. Да? Нет, не занят. Прости, пожалуйста, прости, одну минутку, прости. Да пошел ты знаешь куда, братик. Глаш! Дурак. Утром заходила Дарья Константиновна. Она просила передать вам вот это. На предмет взрывчатки сибирской язвы проверили? Конечно. Как всегда. Смотри, а то уволю. Больше не сбежишь. Ну, честно говоря, в ванной идти страшновато. Семена сегодня не будет. Похоже на заранее спланированную акцию. Ну, это же ты меня соблазнила.
Забыла? Ну, нужно сказать, что повар-ниндзя был не слишком неуступчив. Ну, может, потому что он на самом деле скромный бухгалтер? Ты бухгалтер? Нет, что, серьезно? Ну, если быть точнее, то я пока не то, не все. Стою на перепутье. Либо вернуться в Англию, получить скучную, но хорошо оплачиваемую работу, либо ввязаться в местную авантюру. И, возможно, получить работу, о которой можно только мечтать. И что ты выбираешь? Ну, когда я смотрю на тебя, то мне не хочется уезжать. Так. Так, давай договоримся сразу, что ты не должен за меня принимать никаких роковых решений, ладно? Я не готова взять на себя такую ответственность. Хорошо. А что бы ты выбрал на моем месте? Ну, я уже выбрал когда-то. Я могла бы стать писательницей. Может быть, даже неплохой. Но я предпочла легкие деньги продажного прозаписца. Я бы с удовольствием прочитал книжку продажного брозописца. А может, мне вообще все показалось? Может, и не получилось бы из меня никакой писательницы. А так, что вышло, то и вышло. Ну, а что мешает попробовать? Вот только на слабо меня не надо брать, ладно? Ну, а что? Слабо? Прекращай. Не прекращу. Не прекращу, пока не пообещаешь написать книгу и не посвятить ее мне. Торжественно клянусь. Mm-hmm. А сейчас, пожалуйста, давай закроем эту тему. Mm-hmm. Mm-hmm. Ни в коем случае. Эту тему надо хорошенько обмыть. И причем не обы чем, а специальным коктейлем, который я только что придумал. Господи, ты еще и коктейли делаешь? Обижаешь. Я назову его в твою честь. Продажный барзаписец. Погоди. Только чур не убегать. Только чур никуда не убегать. Тебе звонят!